Добрый день. Валерий Анатольевич, извините, можно один вопрос? Включаюсь, мы после часа. Спасибо, извините. Петр Васильевич? Да. Добрый день. Вы никогда мне не откажете. Добрый день. Скажите, как вы относитесь к раздаче сахара и аптечек в предвыборной кампании? Я отношусь дуже негативно до підкупу виборців. Это как подкуп вы расцениваете все-таки? Цукор я бачу, аптечок не бачу. Ще не бачили. Да. Добре, буду шукати. А цукор я дуже гарно бачу. Спасибо.